С Жуковым понятно. А что скажешь про этого рубаку без гитары в руках? Спасибо, знатный человек. Ты между чет не чет? Или ты про пение? Меня напрягают эти манеры какие-то, не знаю, это кантри, не кантри, когда это прям меня дико напрягает. Да не, я не могу такое слушать, а лучше Жукова послушаю, реально. Я даже не понимаю, это слова или это просто ля-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 ля. То есть есть ли там слова? Или это просто...